Тем временем молодые коммунисты нарушают ПДД. Видеозаписи размещены в социальной сети Facebook на странице Ксении Плехановой. Помимо кадров тункинских лесов, которые, видимо, и привлекли внимание девушки, мы наблюдаем за тем, как водитель неоднократно пересекает двумя колесами сплошную полосу. Как нам пояснили в ГИБДД, по правилам подобный маневр не является нарушением, если он выполнен на повороте и при отсутствии машин на встречной полосе. А вот на втором видео автор видео не удержался и заснял радугу на мобильный телефон. Все бы ничего, да вот только оператор был в этот момент за рулем и совершал обгон. Подобные моменты можно с легкостью расценить как создание аварийной ситуации на дороге. Напомню, что с недавних пор видео с авторегистраторов и мобильных телефонов могут стать уликами в деле о нарушении правил дорожного движения. Чтобы привлечь к административной ответственности водителя по видеоматериалу, сюжет должен содержать точную дату, время, место, а также государственный регистрационный знак и марку автомашины. К счастью для Ксении, ни тех, ни других данных на видеозаписях нет. В противном случае подобная безалаберность и тяга к операторскому искусству могли обойтись для юного коммуниста или ее водителя штрафом или же лишением прав на длительный срок.